где барыга? Выглядит, как будто отсюда съехали. Ну, по факту окна заколочены, в доме такой беспорядок. Барыга бы, я думаю, такого уж точно не допустил. Как минимум, к нему уже много сталкеров каждый день приходит. Постойте, я сейчас что-то слышал на улице. Деревня в хлам. Твою дивизию. Что-то мне подсказывает, что барыга знал об этом. И куда нам теперь идти? Есть идея. Недалеко есть мужик, который обменивает артефакты на всякие вещи. Можем найти какой-нибудь по моей карте. Обменять на еду и палатки. Смотри, прям за твой велосипед. Ну что, показывай дорогу. Выглядит... хреново. Это особо аномальное место. Ступишь не туда, взлетишь на воздух. Я всегда ношу с собой теннисные мячики, как раз для таких случаев. Ну за Егора не волнуйся, он волейболист. Вовремя мы. Здорово. У нас есть артефакт Роза Ветров, и мы хотели бы обменять его на 3 палатки, сухой суп в мешочках и М16 с патронами. М16. Заткнись. Роза Ветров, дешевка, но мне все равно ее не хватает. Илья, ложи ее в кладовку. Пройдемте за мной.
Вот что просили, но только М16 сам соберешь. Мне на это времени нету. Осторожно, только суп горячий. А, ну, шустрый уже попробовал, правда. Так нахер тебе М16-то нужна была? В калаше сломалась дорогущая деталь. Дешевле новую пушку купить, чем ее заменить. Как с 10-м айфоном прям. Ладно, уже стемнело, думаю, пора тушить костер и по палаткам. Кстати, поддерживаю. Эй, чувак, подъем, подъем, просыпаемся, просыпаемся. Что случилось? У нас Шустрого своровали. Вот кровь, и я сейчас как будто его крик слышал. Смотри, это явно его калаш. Деталь посередине разбита. Какой-то дом, только весь заколоченный. Спрячься. Черт, что это за тварь? Так, быстрее туда, пока его нет. Что это за ужас? Надеюсь, Шустрый еще не дошел до такого состояния. Тут еще выше этаж есть. Возможно, мы там что-то найдем. Это Шустрый. Быстрее вытаскиваем его. Парень, что-то шагает снизу. Что ты имеешь в виду? Черт! Быстрее в окно! Тут дерево! Oh,
все равно надо быстрее сматываться. Я видел тут еще двоих существ. Черт, да, план ухода мы не продумали. Там же овраг полностью в шиповнике. Смотрите, там самолет. Так быстрее к нему!